На границе Таджикистана и Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов. На границе Таджикистана и Афганистана, как сообщают российские СМИ, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 балла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию МЧС Казахстана. По ее информации, толчок был зарегистрирован в 2 часа 49 минут, это 23:49 по московскому времени. Эпицентр находился в 823 километрах к юго-западу от Алматы на глубине 35 километров. 11 июля географическая служба США сообщала, что у берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Очаг находился на глубине в 10 километров. До этого стало известно, что землетрясение магнитудой 5,1 балла возникло в Исландии. Эпицентр сейсмособытия находился в 13 километрах к западу от Рейкьявика, где проживает около 118 тысяч человек. 9 июля землетрясение магнитудой 5,6 баллов было зафиксировано у побережья китайского острова Тайвань. Эпицентр толчков располагался в 87 километрах к востоку от города Хэнчунь, где проживают более 31 тысяч человек. Напомню, что совсем недавно было землетрясение в Каспийском море. Толчки чувствовались в Грузии, Дагестане, Азербайджане и Иране. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.